Всем привет, с вами Прия. Ну что ж, стартовал новый сезон Mythic Plus. При заходе в игру перед нами выгорает табличка, которая рассказывает нам абсолютно обо всех изменениях. Ну, хотя бы кратких, но все же. То, что новый модификатор, то, что новый рейд, ну и начался новый сезон PvP. Собственно, все обновилось, сундучки также обновились, локальные сундучки также дают новые различные вещицы, хорошенькие, увеличенные по этому левелу в зависимости от нашего итем-левела. Но что же нас интересует? Нас интересует вскрытие недельных сундуков. Мы же собираемся каждую среду тут ради этого. Итак, что нам на продажу? Начнем же. Каст также идет, то есть ничего не поменяли, не сделали, как в Легионе, что все мгновенно. Окей. 11-й ключик, так как ранее мной был пройден 15-й на этой прошлой неделе. Ну и 380-е сапожки. ПВП сундук, интересно, я смогу вскрыть? Зафиксировался ли он? Да, в принципе, его можно вскрыть. Новые награды появились различные, то есть полностью заполнив очки завоевания, набрав 500, можно получить одноручный меч на инту. Ну, там на выбор пушечки будут, скорее всего, как и ранее. Ступни на продажу. Модификаторы взрывной, сотрясающий, укрепленный и пожинающий. О работе этого модификатора мы поговорим в тот момент, когда многие люди пойдут крыть десяточки и выше, то есть ближе к числу к 30-му. Сейчас же нужно фармить всего лишь пятерки, шестерки ради получения 385-го эквипа с проками. Вот так вот. Ну что, идем дальше. Дальше у нас ДК по списку. Собственно, на самом деле весь лут почти поднят. Поэтому, если у вас там какие-то сундучки остались, если там, может, сундучки за репу какие-то не сданы, можно подержать их подольше, так как вроде бы знания начинают подниматься уже с сегодняшнего дня. То есть система знаний об артефакте — это интересная на самом деле вещь, введенная еще в Легионе, но в БФА немножко измененная. В Легионе увеличивался получаемый объем силы артефакта, а получается в БФА просто-напросто... О, ничего себе! А в БФА получается просто-напросто мы получаем уменьшение к максимальному количеству силы артефакта, которое нам нужно залутать для повышения левела. 385-й сундучок. О, перчатки на улучшение. Отлично. Я их надену, конечно. Это сюда, это вообще на продажу. Ключик минусуется на 4. То есть, если вы прошли пятнашку на прошлой неделе, вы получили 11. Ну, к примеру, как я на монахе. Если же вы прошли 10, как я на ДК, то получите всего лишь 6. Ну и, быть может, лут Навара меня как-то порадует еще тоже. Что самое интересное, я с сундука сейчас за Адмиралтейство Праунеров полутал шмотку лучше, чем с недельного сундука. Ну, во-первых, потому что он старый уже, недельный сундучок. Вот. Ну, во-вторых, потому что не прокает. Бывает. Так, смотрим, что у нас тут. Отлично, щиток. В принципе... Да, неплохо вполне. Но это на распыл. Это вообще надо выслать куда-нибудь. Так, а точно ли сила артефакта требуемая уменьшилась для повышения следующего левела силы артефакта? Сердце Азерота нашего, ну-ка. Я хочу проверить, например, ремонтка, потому что я помню, что мне там ему нужно было что-то 180, что ли, где-то тысяч набрать. То есть, если сейчас 146, то значит, да, знания дают с текущей недели. Если нет, то нет. А, ну да, все верно. То есть теперь нужно 143 тысячи. Либо я уже слишком сильно ослеп. Увы. Всех вам благ, счастья, здоровья. Собственно, сегодняшнего числа по неопределенное время, пока мы не оденемся, пока мы не закроем контент, будут чуть ли не ежедневные стримы, чуть ли не марафоны, можно сказать. Будем фармить сейчас таймволки. Ради сундучка, там же новый сундучок должен давать, по идее, за нормал.
Дополнительное событие, путешествие во времени, сундук с дазаралорскими сокровищами, нормал, неплохо. Вот, далее что получается? Мифик нули, таймволки, мифик плюсы, ну и рейд. Время РТ такое же, как и было ранее, получается. Очень любимое, походу, это время у многих гильдий. С 21 до часу по Москве. Приходите, будет весело. Берегите ноги, до скорого. Не забывайте про ссылочки под описанием.